Участников гей-фестиваля в Одессе закидали петардами. Во время инцидента в помещении находилось до 50 человек, в том числе ребенок. Инцидент произошел на Старопортофранковской, где должно было пройти открытие фестиваля ЛГБТ-культуры. К счастью, никто не пострадал, это просто была провокация, и их целью было нас запугать. Нападавшие были в медицинских масках и с нашивками «Ультрас Одесса». Когда они попытались скрыться, милиционеры, которые дежурили на месте событий, успели догнать и задержать 4 человека. Позднее в отделении милиции оказалось еще 6 нападавших. Задержали 4 человек, которые кидали петардами в сторону офиса, где заседают представители ЛГБТ-сообщества. Задержали, доставляются для разбирательства в райотдел. В тот же день несколько участников ЛГБТ-фестиваля провели пикет у городского совета, по иску которого в Одессе запретили марш равенства. И там не обошлось без перепалки с прохожими. Я не хочу, чтобы ты стоял. Женщина, отойдите. Несмотря на инциденты с нападением, первый одесский ЛГБТ-фестиваль все же состоялся с экскурсиями и дискуссионными площадками. Александр Шевченко, Думская ТВ.